Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.b. В этом видео хотелось бы сообщить, что CPI наконец-таки взломали действительно Batman Arkham Knight. Да, именно Бэтмена. Более того, я об этом еще вчера говорил, то есть уже сделал видео о том, что хакеры CPI намекнули, как обычно они это делают в последнее время, намекнули, что за игра следующая будет взломана на Denuvo, и ей якобы будет Бэтмен. Пользователи Reddit, ну то есть вычислили. И да, действительно, так и оказалось. Эти видео вы можете посмотреть, то есть в Doom почему убрали Denuvo и так далее и тому подобное. Ну да ладно, давайте вернемся к новости. Итак, Batman Arkham Knight взломали. И вы можете задаться вопросом: стоп, Batman Arkham Knight? Какого хрена? Он же вышел 1.5 года назад. И более того, почти сразу же был взломан. Многие уже прошли, забыли, еще раз прошли, еще раз забыли. Ну, в общем-то, да, но давайте сейчас разбираться. Но в том числе вы можете посмотреть вот эту вот инфу, которую я собирал для предыдущего видео. Почему Batman Arkham Knight взломали на Denuvo и зачем? Ну, а мы давайте пока я пробегусь по этой новостейке. Вот и случился очередной взлом от итальянцев из CPI. На этот раз, как и предсказывали многие, решил сдаться последний Бэтмен от Rocksteady Studios и Warner Bros. Interactive Studios вместе со всеми DLC и, что самое главное, патчами. Именно патчи важны были. Все дело в том, что да, Бэтмена взломали почти сразу же, но как вы можете помнить, когда он вышел, это было просто катастрофа. Был забагован на ПК и еле-еле работал. В итоге мало того, что его забрали назад на доработку, так потом еще вышла куча патчей, которые, кстати, каждое обновление может содержать новую версию Denuvo или какие-то изменения. То есть после каждого патча Denuvo придется заново ломать, а вы сами понимаете, это долгое время. Ну или, по крайней мере, надеюсь, понимаете, потому что вообще, как я читал по комментам, лазейку к чему-то к Metal Gear вроде бы 9 месяцев подбирали. То есть, ну, в итоге удалось там какие-то, то есть, все обойти, снять дамп нужно и так далее и тому подобное. То есть, очень сложное это дело. Поэтому такие вот игры чаще всего лучше подождать, чтобы повыходили все патчи, DLC, а потом уже все вместе это взломать раз и навсегда. То есть, желательно так. Вот почему не взламывается тот же Dishonored 2 и другие игры. Потому что на старте он также был неиграбельный. Лучше подождать все патчи, весь оптимизон и потом уже взломать. То есть это одна из причин, почему новые игры не ломаются. В любом случае, даже несмотря на то, что Watch Dogs отличная игра, желательно лучше подождать патчей. Вот так вот. Давайте дальше. Повышающими оптимизацию. Batman Arkham Knight вышел 23 июня 2015 года и эффектно поставил точку в этой невероятно увлекательной истории Темного Рыцаря. Проект уже единожды был взломан, той же CPI в прошлом году. Но все мы помним, какие проблемы испытывал продукт на персональных компьютерах во время своего запуска. Следует отметить, что CPI начали более активно взламывать проекты защиты Denuvo. С момента последнего взлома игры Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain прошло всего-навсего 10 дней. Да, вот смотрите, 10 дней. Не забывайте, вот что это есть статейка такая, которую я веду уже с лета, то есть после того, как начались вот основные взломы игр, и вот я сразу вот с июня начал сюда все собирать, информацию, взломы, способы, какие-то интересные моменты, все здесь. И вот смотрите, последний был взломан этот МГС-5, вот видео по нему сделано, 1 число, сегодня 11 уже появилось. Обычно они CPI взломы делали где-то раз в 3-4 недели, то есть, ну, примерно раз в месяц, даже чуть меньше. Сейчас даже через 10 дней вышел взлом Бэтмена. Очень круто, на самом деле. Ну, как круто? Опять же, давайте на секундочку. Заметьте, я не поддерживаю пиратство, я бы рад, чтобы его не было. Лицензионные, надежные программы без всякого постороннего говна, кода ненужного. Это просто супер. Я только за. И имейте в виду, что здесь я просто предоставляю информацию. Она есть вне того, вне зависимости от того, скажу я о ней или не скажу. Но я думаю, будет немножко лучше, если все-таки что-то скажу. Поэтому имейте в виду, что я не за ни в коем случае пиратство. Я за адекватные цены, за адекватный уровень жизни, когда пользователи реально смогут иметь такие деньги, чтобы все покупать. Они будут только за, потому что хороший лицензионный продукт всем всегда нравится, но не всегда у всех на это есть ресурсы. Поехали дальше. Так, дальше. Как обычно, себя не забыли оставить подсказку для тех, кто любит поугадывать игру, которая будет следующей на очереди. Сообщение от ребят гласит: Always outnumbered, never outgunned.
Сейчас, секунду, по этой подсказке. Так, ну то есть, вот здесь вот основные моменты. Кстати, вот здесь вот по цифрам, может быть, я по патчам немножко ошибся, может быть, чуть по еще больше патчей будет, имейте в виду. Вообще, такие вот дела. Так, в итоге, ладно, давайте вернемся к Always Outnumbered, Never Outgunned. То есть пока еще нигде не вижу ни предположений, ни на Reddit, нигде, нигде нету предположений. Но в то же время давайте перейдем на источник. Вот источник, основная новость, то есть Conspiracy. Здесь вот выкладывают все дела, появилась таблеточка, кряк, все как положено. Оригинальный текст. И есть эта фраза. Так. Что же за фраза? Секунду. Так, значит, вот сама фраза. Always outnumbered, never outgunned. Что бы это значило? Давайте, я немножко порылся. Нигде пока нету никаких предположений. Первым делом, конечно же, я посмотрел. Сразу же выдается, что это четвертый студийный альбом группы The Prodigy, вышедший в 2004 году. Посмотрел, поискал, может, он где-то в каких-то играх упоминался, может быть, вроде бы ничего такого не нашел. Как вообще переводится эта фраза? Перевести ее можно так. Количество не значит качество, в меньшинстве, но в выигрыше. Если дословно, то всегда превосходя числом, но никогда вооружением. Числом, числом, понимаете? Я такой, вот Prodigy, все дела, вот этот альбомчик. Здесь тоже вроде бы ничего такого. Ну, по большому счету, понятно, что у меня много времени здесь нету, размышлять можно, конечно. Но я, давайте сразу же вот что нарыл. И числом, и количеством, ну, не знаю, мне в голову приходит только одно. Это какая-то стратегия, это Total War. То есть, ну, я не знаю, это, конечно, мое предположение. Но сами подумайте, количество не значит качество. Ну, в стратегии, в Total War, действительно, количество, но в то же время можно продуть, несмотря на то, что там будет просто суперское огромное войско. Поэтому, ну, напишите ваши комменты под этим видео, что вы считаете, какая будет следующая взломанная игра, в зависимости от этой фразы. Но мне похоже на Total War. Но нету нигде никаких, конечно, еще подтверждений этому. Но в то же время до этого CPI говорили, что они взломают нитки и племена, то есть Unravel и Far Cry Primal. Но в то же время появились две совершенно других игры, MGS 5 и Batman. Но следующее вот, количество не значит качество. Я думаю, Warhammer Total War. Вы тоже пишите какие-то свои варианты в комменты, обсудим. Так, ну вот такая вот новость. В общем-то, Batman все взломали, будет со всеми патчами, со всеми DLC, которые, в общем-то, и были вроде бы изначально, но все равно будут. Только эксклюзивные на PS4 там еще есть. Так, значит, не забывайте, что всю информацию и новости собираю вот в этой статейке. Она будет в описании. Здесь есть все. Начиная с лета я начал делать видео вот уже 7 месяцев, наверное, или сколько, как только начали активно ломать Denuvo. То есть вот здесь я все каталогизирую, так сказать, все в одном месте. Какие-то способы, попытки, обходы были. То есть все здесь есть, все взломано. Взломали Mirror's Edge, PES, God Eater, Deus Ex, все здесь есть, все МГС, все какие-то интересные моменты. И сейчас сюда прикреплю взломанный Doom. Взлом Denuvo номер 17 будет. Эта статья будет в описании. Так, ну, наверное, на этом пока все. Не забывайте смотреть на ссылки в описании. Там выкладываю всегда что-то интересное, в том числе вступайте в группу ВКонтакте. Там можете писать что-то более напрямую, что вся информация, допустим, по стримам на Твиче тоже там появляется. Ну и вообще, там, как всегда, все сразу же и быстрее. На этом пока все. Пишите какие-то свои мысли в комментах. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.